Тысячи любителей фэнтези и фантастики перевоплотились в персонажей книг, комиксов и компьютерных игр и встретились в Тольятти на ежегодном фестивале «Толкон». В его программе «Бои на мечах», конкурс костюмов, танцы и настольные игры. Наш корреспондент Дмитрий Лобанов пообщался с фантастическими персонажами. Девушки с эльфийскими ушами, мифические фавны и персонажи комиксов. Такое можно увидеть не каждый день и только на специальных фестивалях. Толкон уже не первый год собирает любителей костюмированных представлений, мультфильмов, компьютерных и настольных игр. Мне очень нравится, когда я заходила, выбегали люди, кто в военной форме, кто из игры Hearthstone, и это очень круто. Мне очень нравится, как здесь косплеят. Я думала, что тут будет только все в стиле стимпанк, и не ожидала увидеть косплей из каких-то игр, фильмов, сериалов, но они тут есть, и это очень радует. Толкон проходит в Тольятти уже пятый раз. В Самарской области это чуть ли не единственный фестиваль с подобной тематикой. Начиналось это очень давно, очень долго. Планировалось изначально сам первый фестиваль, но не было толчка, который бы запустил эту большую машину. Потом как-то сложилось в какой-то момент, что надо делать. И мы быстро сделали там, ну как быстро, за 2 месяца мы сделали первый фестиваль. Двери открыты для всех желающих. На нескольких площадках, битвы на мечах, ярмарка мастеров и танцы. Прогуливаясь по этажам, можно встретить не только людей в военной форме, но и даже в костюмах животных. Их называют фури. А это люди, которым нравятся антропоморфные животные. То есть это животные, которые, ну, как бы взяли качество людей. То есть, ну да, волк из «Ну погоди», там вот из «Зверополиса», да, как бы вот персонажи. То есть людям это понравилось, они стали делать себе персонажей и, собственно говоря, вот так вот гулять. Фестиваль идет всего один день, поэтому рано или поздно нужно вернуться в реальность. Следующий «Толкон» запланирован только в 2018 году, но ценители фэнтези и фантастики могут не расстраиваться. Летом в Самаре пройдет Поволжский фестиваль гик-культуры «Катманавт». Дмитрий Лобанов, Иван Бригадиренко, новости губернии Тольятти.